Здравствуйте, мои дорогие! Вас приветствует солнечная Индия. Меня зовут Людмила, и я проживаю в этой стране уже с 86 года. Если вы хотите побольше узнать про Индию, если вы хотите узнать не туристическую Индию, то приходите на мой канал. Я вас познакомлю со своей семьей, со своими родственниками, друзьями, покажу, чем я занимаюсь и как я развлекаюсь. И я думаю, мнение о грязной и нищей Индии у вас изменится. Я только что из гостей пришла, а к нам теперь уже тоже гости пришли. Это старший брат моего мужа с сыном, с невесткой и с внучкой. Внучка их притащила, потому что Сюзанка, когда мы были у них в гостях, вот Сюзанка приезжала, она для девочки заказала там всякие мебель, для, ну, вот эти пупсы там у нее есть, вот, и сказала, на наш адрес оно пришло. Ну и теперь ребенок же, пойдемте забирать. Вот они пришли. Гучу, देखो कितना दर्द है तुम्हारा. বলে না বাবু কত 14 তারিখে তো এসেই যাবে মা বলেছিল কিছু এসেই যাবে না তো 14 চলে গেল 15 তারিখে. Какие же детки все-таки внимательные. Сюзанна, когда я заказала, она потом ей позвонила и сказала, что такого-то числа придет посылка. И вот она им уже, посылка пришла 2 дня назад, она им покоя не дает. Она прям каждый день говорит, когда мы уже пойдем за посылкой. Девочка очень боится Гучика, поэтому вот я его там отодвигаю. А он, как назло, всегда, он очень любит детей, наоборот, к ней хочет прийти. Кстати, это платье я шила. Когда-то на какой-то праздник я его дарила. А, Индиан сервер. А че не его же сеть Сюзанна китайм тема? Первая коробочка, вот видите, это мебель для сада. Стол, стулья и зонтик. Welcome. Deepa, क्या पिशी ना? पिशी. Deepa पिशी को टेक करो. खोलो, क्या है उधर? देखो. खोलो. Mini house है. Deepa पिशी के देखो हम क्या आ गया. कैंची चाहिए क्या? दिखा भी. मजाक मत करो बाबा. मजाक सोच समझ के बोलो क्या बोल रहे हो. खाना आपको बिरयानी खाते हो बाबा.
ये मिनी हाउस उधर क्या यहाँ ये सब है क्या Это какой-то мини-хаус, какой-то маленький дом для пупсов. Там вот куча всяких прибамбасов еще к нему. Это, я так понимаю, горка для ребенка. О, там есть даже собачка. Я говорю, видишь, тут собачка есть. Ты ее тоже будешь бояться, как Гутика боишься? Две собачки, которых она боится. क्या क्या मैं लिखो ये क्या बताओ क्या है ये देखो ये बेसिन है ये कुछ ये अरे ऊँचू जीरा राइस कुछ दिखाओ क्या क्या है बताओ क्या क्या है बताओ बेड बेड हाँ उनितास एक ही कर दो और बाकी चार छह तवा रोटी नहीं नहीं ये कुछ पियानो टाइप का कुछ है बट ये वाला क्या है पता नहीं बाल्टी ये लैम ये कुछ बोतल है शैम्पू हाँ शैम्पू है ой как хорошо мне муж говорит ничего не надо готовить он сейчас быстренько заказывает все это ну понятно уже поздно заказывает в ресторане сейчас нам принесут доставку и мы будем угощать гостей ну а сейчас мы переносимся в Мумбай моя доченька сегодня была на обеде типично индийском вегетарианском ресторане. Вы только посмотрите, какие огромные порции. Она пришла вместе со своей подругой, актрисой, с которой они вместе снялись в самом первом большом фильме. В этом фильме Сюзанна играла главную роль. Ссылочку на этот фильм я вам оставлю в закрепленном комментарии. Вот так голодные девчонки сидят и ожидают своего режиссера, который опаздывает уже на полчаса, зовут его Амит Хана, и сегодня у него день рождения. К сожалению, Сюзанна не сняла полностью заполненное блюдо, поэтому я вам поставила фотографии из интернета. Ну вы представляете, я тут обыскалась в интернете, сделала фотографию вам обзора вот Тали индийская, вот чисто индийский такой ресторан, где готовится вот все такое индийское, вегетарианское. Потому что дочка моя, говорю, не засняла нормально. Она не могла найти у себя в телефоне. И вот она мне, когда я уже смонтировала, она мне высылает. Посмотрите. Ну что у меня за ребенок такой, а? Пришлось мне теперь опять перемонтировать и вставить сюда кусочек. Дома, конечно, столько мы не готовим, но все равно 4-5 блюд должны присутствовать на столе каждый день на обед. Ужин, естественно, поменьше. И все готовится свежее на один раз. कैसा लग रहा है अरिस मैती अरिस मैती इज़ वेरी हंगरी शी हैज़ स्किप्ड ब्रेकफास्ट स्पेशली फॉर दिस डे एंड नाउ शी इज़ नॉट एबल टू टॉक चू भी नहीं निकल रही है स्पीचलेस आयरिस इज़ स्पीचलेस फॉर द फर्स्ट टाइम
It's already been 20-25 minutes and all these guys are circling and looking at us, asking us when our friend will arrive. Официанты уже замучились их спрашивать, когда же вам подавать обед, потому что они ожидают же еще одного человека. Лимон. Салатик из... Это чатни, другой чатни, это, наверное, острое, это, наверное, не очень острое, это маленький салатик, сделан из, ну, вот это, как его, лук, вижу там помидор. Я томатр бы дала. Томатр so expensive, no, these days. Where is the tomato? There's a little bit of tomato in that пиаз вала, sack, whatever they've given, салан. До сих пор не пришел наш человек. Мы начинаем. Он уже почти здесь. Он сказал нам, мы можем начинать кушать, короче. Я уже два этих стакана выпила. Это buttermilk час. Coconut чатни. Это сделано чатни, сделано из кокоса. Икэ? Ха. Это меду вада. Меду вада. Potato вода. Okay, potato. Это вода из картошки. I'm trying to translate me. Potato вода in Russian. Чила, жори чила. Чила, жори чила. Это чила из жавар сделано. Это называется дал дхокли. Это такая дал. Немножко оно такое кисловатое, немножко соленое, немножко очень мало, немножко сладкое тоже. Его мы до сих пор ждем, но он уже почти здесь. Папад, ха. Лесон это сделано из гарлик, чатни. Аньян. Гаджер ка чар. Гаджер ка чар? Это чар сделано из гаджер, я же ничего не знаю на русском. Из морковки. Тоже яке? Мерчи. А, это сделано из перца зеленого. Наконец-то! Пришел сегодня наш... Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Oh God! Вот Айрис и Сюзанна на какой-то вечеринке вместе. А на этой фотографии... Их третья подружка – это самый первый большой сериал Сюзанны, типа как «Американские друзья». В Индии сериал назывался «Румис», и они играли там вдвоем. Сейчас эта девушка вышла замуж и уехала в Америку. Муж у нее программист, а она стала дизайнером интерьеров. Ну а сейчас, чтобы не быть голословной, я нашла в интернете афиши к фильму «Тут я одел разбитое сердце», в котором играла Сюзанна и Айрис, как вы видите. У Сюзанны была главная роль, ну а режиссером этого фильма был тот парень, который присоединился к ним в ресторане. Напоминаю вам, что ссылочку на этот фильм я оставлю в закрепленном комментарии под видео.